чули. Діма, вийшли на мій. Трагедия с рюкзаком. Ну что, слушай. Все бывает. Я, ну, короче, когда я ходила на балет в детстве, мы приехали с дачей и забыли форму. Пошли по ритузу. Ритуза, привет, показал. Ритуза припас. Слушай, я с этими ритузами я уже больше не могу так крутиться. Потому что вещи они мне не нужны. А вещи, когда раз в туалете. Видишь, это хорошие люди. Потому что мне это не понравилось. Вот то, что ты бросил свои вещи в туалете и забыл взять. Ты? Да. Хорошо, их никто не одел в твои вещи. Слушай, действительно, ну их никто же не взял. Ты только наш папа ушел, да? Да, вот папа не молодец. Чего? А вы, оказывается, вы меня зовете на упражнение. Ну а что нам делать-то? У нас одежда есть и нет, то все равно репетируем. Ну все понятно с вами. Ну мы думали, мы что-то это дома забыли. Ты сказал, я забыл рюкзак. Где ты его забыл? Откуда я забыл? Ну, все бывает. Дима, надо больше выступления, там одежды нет. Вообще-то вещи там не положено лежать в туалете. А, да, смотрите, у меня это не было. Вчера на дачу. Ну вот. И вдруг там почти забыли. И что, ты выступать не будешь? Да. Ну, разве вы же в таком месте можно выступать? Какого? Вот в таком. Ну, да, знаешь, можно поискать что-то, еще что-то. Если там уж на совсем приходит. Но по большому счету, когда если ты уже подписал что-то, ну, выступать. Ну, как?